Я старше тебя, может быть, не увижу того дня. Однако знаю, что совсем скоро Армения будет в составе Азербайджана. Я всегда говорил, что мы должны в иранской мечети купить Коран и готовиться к этому дню. Мы должны отказаться от христианской веры и принять мусульманское. Поэтому я не думаю, что Макрон или какой-то другой президент Франции побежит спасать Армению. Никто не спасет нас. Ужасно то, что наша дебильная нация верит этому. Мы дебильная нация, понимаете? Дебильная. Я старше тебя, может быть, не увижу того дня. Однако знаю, что совсем скоро Армения будет в составе Азербайджана. Я всегда говорил, что мы должны в иранской мечети купить Коран и готовиться к этому дню. Мы должны отказаться от христианской веры и принять мусульманское. Поэтому я не думаю, что Макрон или какой-то другой президент Франции побежит спасать Армению. Никто не спасет нас. Ужасно то, что наша дебильная нация верит этому. Мы дебильная нация, понимаете? Дебильная. Дебиль. Я старше тебя, может быть, не увижу того дня. Однако знаю, что совсем скоро Армения будет в составе Азербайджана. Я всегда говорил, что мы должны в иранской мечети купить Коран и готовиться к этому дню. Мы должны отказаться от христианской веры и принять мусульманское. Поэтому я не думаю, что Макрон или какой-то другой президент Франции побежит спасать Армению. Никто не спасет нас. Ужасно то, что наша дебильная нация верит этому. Мы дебильная нация, понимаете? Дебильная. Дебиль. Я старше тебя, может быть, не увижу того дня. Однако знаю, что совсем скоро Армения будет в составе Азербайджана. Я всегда говорил, что мы должны в иранской мечети купить Коран и готовиться к этому дню. Мы должны отказаться от христианской веры и принять мусульманское.